И снова здрасте. Продолжаем наблюдение за игроком из полка Завет с ником Sokol74. Локация Карпаты, превосходство. Полковые реалистичные бои. Полк наш против полка Завет. Сейчас игрок двигается и посматривает, сейчас будет он на, видите, на цели посмотрел. Ну это ладно, там, да, бывает, но игрок сейчас четко пометил М18 и, кажется, 85 там. И вот он двигается. А вот летят самолеты. Он сейчас будет смотреть на точку, кто захватывает, и вот туда будет смотреть, на вот ту 85-ку. Сейчас ее видно. Видите, ее сейчас видно, она выехала. Вот, он понимает, что может получить пиздюлин. Откатывается, кинул арту на проход, чтобы не видно было. А, нет, наверное, кинул арту на точку А. И заезжает. И вот сейчас мы смотрим. Теперь он перестает смотреть на танки. А, даже сейчас попытается. И переводит взгляд на самолеты. Сразу же, все. Откуда ты знаешь, что там летят самолеты? Ты уже их ждешь. На нижнего переводим. Вот парень встал в стойку по готовности. Включаем нормальную скорость. И смотрим, как он сейчас будет переводиться, ребят. На каждый самолет в отдельности будет наводиться. Первый минус. Смотрите. Трынь. Минус один. Наводимся на второй. Нет. На первого. Третьего сняли. Вот наведение работы. Видите, как он осматривается. Он сразу же наводит на самолет прицелы. Автоприцеливание работает. Минус второй. Видите, без крыла падает. И остался вот он. Автопоиск целей стоит. Из дыму, о, ай-яй-яй, он даже понимает откуда, хотя я сейчас даже не увидел второй прострел оттуда же. Вот теперь видно, что с той стороны, ну, ему похер, он стоит в ямке, сняли 85-ку, опять по кружку стреляет. Самолет улетел, он об этом знает, бросает его, и теперь работать будет сейчас по наземке. Откатывается, там нет 85-ки, он там видит, смотрите. Вот, вот эти, понимаете, эти телодвижения непонятные, для чего они? А для того, что Носхорн стоит. Смотрите сейчас, как будет он действовать. Вот сейчас прострел. Он его не видит, но... прицельно бьет по нему. Скептики скажут, он просто стрелял в сторону выстрела и случайно попал ему по гусле. Ну, давайте дальше. Сейчас он пытается помочь игроку с ником Sony. Ну, тут понятно, ему сообщили, что там танк есть. Хотя игрок сейчас посмотрел на него, да, на противника. А противника еще не подсвечивали. То есть ему сказали, что там стоит танк. Примерно там, вот там вот. Только сейчас его подсветили, вернее, грохнули. Теперь что игрок делает? Смотрит в сторону билда. Потому как есть еще А7М2. И 85-ка, и Носхорн. Игрок сейчас двигается... объехать эту гору, чтобы уничтожить Носхорна. И смотрите, сколько раз он посмотрит, то есть момент, когда он увидит, почувствует, ну, скорее всего, сработают тайминги обычные как раз для них, для спортсменов. Обычная процедура это тайминги. У них это как, не знаю, как это
Это такое встроенное, наверное, какое-то чувство, или хуй его знает, что это такое. Он сейчас повернется как раз тогда, когда подлетит самолет, когда он появится на горизонте. Смотрим. Сейчас говорю, нету, вроде как нету, а должен он тогда быть, тайминги поджимают. А сколько, 8:00 должен подлететь? Да. И вот сейчас он как раз опаздывает, да? Ну, где? Поворачиваемся, летит самолет. 8:20 прилетело, наверное. Нет. Вот теперь мы понимаем, что там даже башню доворачиваем. Раз. И ждем. Да? Мы его видим? Видим. Как ты его видишь, блядь, скажи нам. А, ну так вот лучше видно, да. Молодец. Ты бы приближение включил бы. А вот теперь, блядь, послушал, включил. Мы подъезжаем аккуратненько к Насхорну. Мы знаем, что он там стоит. Откуда? Ну, команда, наверное, подсказала. И теперь... Ну, тут с Насхорном, конечно... Это его, как бы... Перед тем, как выехать, он включил прицел. Это тоже палево. Ну, пусть, хуй с ним. Ему подсказали, что там стоит Насхорн. Все, осталось 85-ка. И А7М2. Ну, точки заняты. Конец боя. Полковыми, наверное, все. Покажем бой из рандома. Постараюсь найти шикарный бой, ребят. А так, всем спасибо за внимание, за поддержку и за понимание. До новых встреч. Пока-пока.